Дорогие москвичи, нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Впрочем, посмотрите сами. Не правда ли? Красивая машина. Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Мне, как автолюбителю, признаться, эта машина очень и очень нравится. Чем же отличается новая модель от старой? Вот посмотрите, двигатель расположен в новой модели, так же, как и в старой, в задней части автомобиля. Мощность его доведена до 30 лошадиных сил. Здесь очень удобен, он удобен в смысле доступа к нему. Что касается задней подвески, то она значительно изменена по сравнению со старой моделью, значительно усовершенствована. Вот что хотелось сказать о двигателе. Багажник в новой модели, как и в старой, находится в передней части автомобиля, но он стал значительно просторнее. За счет чего? За счет того, что бензобак перенесен тоже в заднюю часть. Он находится за задним сиденьем. Вот посмотрите, очень просторный, удобный багажник. Салон намного просторнее, чем в старой модели. Почти такой же, как в модели «Москвича» 408-го. Всего лишь на 1,5 сантиметра уже эта машина, чем «Москвич» 408. Очень хороший обзор. Увеличено место сзади багажника. Одним словом, я не хочу вам говорить много подробностей технических, потому что я уверен, что большинство автолюбителей уже знает о новой модели, много читало в журнале «За рулем» и в других журналах. А теперь от слов, как говорится, я перехожу к делу. Разрешите мне показать вам эту машину в действии. Очень легка в управлении эта машина. Удобно. И обзор замечательный. Но мы эту короткую передачу, товарищи, посвящаем не рекламе нового «Запорожца», который в этом совершенно не нуждается, а посвящаем ее ответам на вопросы многочисленных наших зрителей, которые интересуются, каким образом можно приобрести новый автомобиль. Вот с этим вопросом мы и обратились к директору магазина по продаже автомобилей Василию Николаевичу Осипу. Пожалуйста, Василий Николаевич. Ну, известно, что у нас машины продаются по очереди, которые записываются магазином. Люди в порядке, именно живой очередь становится. Все мы их записываем и потом вызываем открыткой за уплатой денег и получением машины.